Новое поколение компактного кроссовера Audi Q3 явилось миру еще летом прошлого года, но поклонники ждали недаром. Адаптированная для нас версия наконец-то появилась у российских дилеров. Продажи открывает приветственная версия Start Edition, с которой мы познакомились на официальной презентации. Снаружи эти машины окрашены в голубой или оранжевый цвет, а внутри украшены особым декором и вставками из алькантары. Но купить можно и другие комплектации. Напомним, что нашему рынку пока доступны две бензиновые версии – переднеприводная с турбомотором 1.4 и полноприводная с 2-литровым двигателем. У обеих робот S-Tronic с двумя сцеплениями. Машина совсем новая, большая, да. Где-то в районе 10 сантиметров она выросла по всем габаритам. Да, она вне своего сегмента на самом деле. Но что касается премиальных продуктов, да, мы здесь говорим про премиальный кроссовер, который стоит своих денег, да, который сможет удивить, сможет сделать какой-то большой сюрприз. Совсем новая архитектура, совсем новая подвеска, совсем новая дигитальная архитектура, очень много датчиков безопасности, поэтому машина в тренде и стоит своих денег. В стандартную комплектацию Q3 включены цифровые приборы с экраном в 10 с четвертью дюйма, светодиодные фары и 17-дюймовые колеса. По итогам прошлого года Q3 нашел в России 1673 покупателя. Это пятая по популярности модель Audi в России. А в следующем году на наш рынок выйдет и купеобразная модификация Q3 Sportback.